Привет, стримаши. Обзор еды недорогой. Вот эти яблоки. Сорт я не знаю. На вкус нормальные. 25 рублей. Помидоры мелкие. 100 рублей сейчас такие стоят. Немного они кисловатые. 35 рублей, как картошка. Помидоры, а сейчас уже ноябрь. Морковка мытая. Они были пополам сломанные морковки, но это без разницы. 10 рублей морковка. Главное, что не грязная. Тяжело, тяжело мыть грязные эти овощи. И вот эти яблоки другой какой-то сорт. Опять же, не знаю, что за сорт. А, вот эти вот 25 рублей. А вот эти вот 10 рублей. Были вообще по 10 рублей. А это 25. У них вот такие вот дефекты, которые надо вырезать. Но больше никаких недостатков особых нету. Ну, на этом все. Пока. Ставьте уведомления.